перед тобой моя работа. Вручную созданы они, моя игрушечная рота тебе поведает об ужасах войны. Рисунки толком не покажут войну, в отличие от фигур. Устал тусить я в одиночку, и я так рад, что с кем-то поболтать могу. Я слышал песенку «Пора бежать». Зачем меня так обижать? Никто из них не оценил мои труды. Для них я просто старый зверь, но я не злодей, поверь. Ого, типа, ну и беда. Как бы так сказать, ценю я искусство, но пора бы уже мне бежать. Я, в общем, я пойду. Есть рыцари и есть враги, и даже жертвы той войны. И даже маленькие копья теперь осталось здесь лишь ты.